За день до матча стало известно, что на год дисквалифицирован главный тренер «Жемчужины» Арсен Найденов. И футболисты словно отказались играть без своего наставника. Крылья Советов весь матч смотрелись интереснее, а Булатов забил уже на 5-й минуте. Во втором тайме гордость Самары, Циклаури и Авалян убежали делать счет 2-0, и это у них получилось. В конце «Жемчужина» сбилась на навал, но гол Ледовских от поражения не спас. А Арсен Найденов обвинил во всем ПФЛ. У меня есть диплом, и лишать человека профессии, которым проработал 31 человек, это незаконное, это просто действие. И я собираюсь подавать в суд.